Будущему российского футбола есть где расти. Первыми универсальный спортзал опробовали игроки из детской команды «Крылья Советов». Зал одобрили. Ровное покрытие, удобно и бегать, и мяч в ворота отправлять. Это же поле станет тренировочной площадкой для футболистов первой детско-юношеской школы Олимпийского резерва. Мы ждали открытия этого центра, потому что мы будем непосредственно тренироваться в этом центре. Уделяют внимание спорту, и футболу, я вот смотрю, просто легкая атлетика. Поле для мини-футбола с легкостью трансформируется в баскетбольную, волейбольную, гандбольную площадки или корт для бадминтона. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита» – первая в Самаре спортивная «Тройка». Комплекс действительно уникален. Под одной крышей расположился современный каток с искусственным льдом, универсальный спортзал для самых разных видов спорта, тренажерный зал и целых два бассейна. Вот такой для тренировок и соревнований на 6 дорожек и специальная аквазона для занятий водной аэробикой и для самых маленьких спортсменов. Возможно, на орбите окажутся и будущие чемпионы. Олимпийский лед для них уже есть. Покрытие для катка готовила та же компания, что и спортобъекты в Сочи. Каток открыт и для хоккеистов, и для фигуристов. Места для зрителей тоже предусмотрены. Построили ФОК достаточно быстро, меньше, чем за 2 года. Как подрядчики выполнили все поставленные задачи, проверили губернатор Николай Меркушкин и глава Самары Олег Фурсов. Тренироваться в новом комплексе будут не только представители спортивных федераций региона и воспитанники спортшкол, но и жители промышленного района. Именно здесь ФОК был особенно необходим. Поблизости не так много спортивных объектов. Этот комплекс будет очень таким технологичным, очень удобным для людей. Тут могут сразу приходить сюда семьями. Здесь почти все есть для того, чтобы очень большому числу людей заниматься физкультурой, спортом, профессиональным спортом в итоге. Будем продолжать активное строительство и по месту жительства, и при школах, малые спортивные площадки. После торжественного открытия глава региона ответил на вопросы самарцев. Многие из них касались дальнейшего строительства ФОКов. Развитию спорта в регионе в последние годы особое внимание. Пару недель назад первый ФОК-тройка открылся в Тольятти. В следующем году за орбитой оборудуют большое футбольное поле с искусственным газоном. В планах строительство рядом дворца единоборств. И еще один такой же комплекс откроется совсем рядом в Самаре. Это будет маяк в юнгородке. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.